У нас сегодня задача такая. Вот это поменять, снять, поменять. И чтобы было все нормально. Это фильтр грубой очистки. Мы перекрыли воду. Потом мы слили из системы воду в ванной, короче, по трубе, которая нам проходит. И отвинтили вот эту гайку, сняв давление. Сейчас мы вот это откручиваем вот этим и будем менять. В общем-то, все примитивно. Вот не могу понять, как она там, по-моему, она грязная, как не знаю себя. Сейчас отсоединим и посмотрим. Вот, соединили. Произошло маленькое ЧП. Тут все в воде. Ну и все. Вода какая-то просто осталось. Вот там фильтр. Сейчас все покажу. Слава богу, я поставил кастрюльку. Сейчас мы вот здесь вот все отсоединим, вытрем и пойдем мыть его. Как чувствую. Вот. Заодно пол помыли. Круто, да? По итогу вон колба полная. Сейчас льем, посмотрим, в каком состоянии. Ну вот это фильтр, как вам? Положил сюда, чтобы сливался, и высох. Ух ты. Вон там песок, ржавчина. Вон видно с этой стороны. Так. Ну, сейчас будем мыть. Благо у нас есть бочка с чистой водой. Так, вернулись в бойлерную. Здесь осталось, чтобы поставил, чтобы капала отсюда вода, которая там в трубе осталась. Так, это мы помыли. Ну как, там все равно осталось, но ничего, со временем уйдет. Надо почаще менять. Просто... Итак, у меня просто сел телефон, поменяли, там теперь новый, вот, спокойно, здесь вода, но это нормально, это вытру и все, просто воду запустил, и все, теперь у нас тут свежий, хороший, чистая вода должна пойти. Пересадились сегодня куст смородины поближе к этому. Вот был вот здесь вот ровно, тут очень много камней оказалось. После того, как мы вот здесь вот, у нас была большая куча щебня, мы ее раскидали. Вот. Часть вон за те ворота, вон там ворота, выкинули. И вот остался еще вот куст смородины. Вот он. Надо будет его тоже выкопать, потому что там очень много щебня, и он мешает расти кусту. Вот. А у этого уже вон новенькие ростки пошли. Вот, вот эти. Это новые. Это все свежее. Вот, тут уже есть ягоды. Так что будет урожай в этом году. А вот этого ему немножко плохо. Как раз, который пересадили. Вот, у него маленькие такие. Пока еще. Ну, пока, извините, сейчас еще только апрель. Для конца апреля. Чтобы были вот такие вот цветы, будущие ягоды, это, конечно, очень, очень круто. Вот, еще обрезали вот здесь, здесь и вон там вот, потому что там сухие были ветки и мешали расти. Вот, также еще покрашенная облепиха. Вот, как раз старенькая, прошлогодняя. Ну, все уже в листьях, все зелененькое. Кстати, за 5 лет они выросли где-то в районе на 2 метра. А были вот по ветке, наверное, 5 лет назад. Супер, согласны? А бедная сосна, из-за того, что вон там вот на дне идет ветки дуба, сосне плохо, и приходит, и она решила так вот вырасти.
Смешно. Вот. А это, надеюсь, приживется. Также там удобрили. Удобрения посадили. Закинули сперва. Ямка, удобрение. После этого сюда был пересажен куст. Его тоже обрубили, чтобы не мешало расти. Вот. Посмотрим. Надеюсь, приживется, все будет хорошо. Сегодня у нас сосиски на огне. Как? По-моему, выглядит очень аппетитно.